Привет. Привет всем. Привет, привет, привет. Ну вот такие вот новости, короче. Сегодня с утра я узнал, что Маша оказывается в Турции. Прикольно. На самом деле очень круто. Я еще просто не знаю, что делать, но... Сейчас у меня настроение так себе. Куда собрался? Я сейчас иду в стоматологию. Так что скоро увидите историю. Самая лучшая стоматология. Там 500 каких-то снимков. Ну там вообще на уровне. Привет. Тебе лучшую подругу нашла историю. Ты вообще себе офигел. Ты просто меня довел. Я тебя довел. Вот, вот в Турции там себе проводи время. Слышишь? Я довел, охренеть. Вот общайся. Хромина, кто там еще мои лучшие подруги в кавычках? С кем я вообще не общаюсь? На 2 дня она в Самару полетела. Ребят, лучше расскажите, как у вас дела? Потому что не хочу сейчас во всякое углубляться. Сказала. Все, я понял. Маш, ты можешь, я тебе говорю, я ничего тебе не запрещаю. Все, кайфуй в Турции, отдыхай. С Хроминой общайся, пусть она тебе еще что-нибудь расскажет, как я себя на проекте вел, блядь. Как я себя вел, блядь. Если я был на проекте, если сказал, что я все в прошлом, то это в прошлом, а тень... Все, короче, мне даже впадло сейчас разговаривать об этом. Вот давай, вот сейчас мне настроение не порти. Но... Ай, короче, да я не хочу об этом говорить. Сейчас слышно меня? Сейчас меня слышно? Да, я искал просто причину. Все верно. Даже вот... Вот я тебе говорю, вот... Сейчас. А, может спросить... Что я искал причину, я какую-то искал. Да, ты искал причину. Ты искал причину. Я понял. Ты искал причину. Да. Ты может Хроминой позвони, спроси, как у нее дела. Там лучшая подруга твоя, так понял. Не нужно пиздеть. Не нужно пиздеть, ты сказала. Ты искал причину, понятно тебе? Ты искал причину. Тебе сказала, что я поехала домой. Что, ебанулась или что вообще? Ты искал причину, я сказала, не нужно сейчас врать, не нужно сейчас пиздеть. Подожди, подожди, дай мне ни хрена не... Ты знал, что я поехала домой на 3 дня, и что потом я уеду на 5 дней с мамой, с племянником в Турции. То, ты мне ты, сказал сука, вообще... А то, что ты, сука, по клубам до утра ходил, не надо пиздеть мне тут. Если ты хотел уйти, все. Да мне похуй. Тихо, ну-ка дай мне, дай ко мне. Вы что, обалдели в прямом эфире? Вы так ругаете? Мне похуй, понятно? Не, мне, куда, знаешь, что я тебе хочу сказать? Хорошо. Иди куда хочу. Настроение ему не портить. Добазарили. Настроение ему не портить. Настроение ему не портить. Серьезно. Бля, ты мне сказала, что ли ты летишь? На 2 дня в Самару, блин, потом ты говорила, что полетишь, но ты мне даже об этом не сказала. А то, что ты там с Хроминой там что-то общаешься, она тебе сказала и расходит. Вот да, общайся нахер со своей Хроминой. Знаю, не насрать, поняла? Я говорил на проекте, когда ты был на Сейшелах, понятно? Что я говорю? Что сейчас, я, блядь, когда говорю? Ты вместо того, чтобы меня просто поддержать, знаешь, что у нас такая ситуация, что я полетела с мамой, ты просто мне пишешь и кидаешь трубку, тебе похуй вообще на меня, похуй.
Вот, не знаешь, дам. Я не хочу. Он, если человек хочет, он всегда найдет причину. Ты хотел, ты нашел причину, понятно? И ты никогда не сделаешь меня виноватой. Причина? Что ты? Ты хотел найти причину. В чем это? Я тебе ничего не делаю, виноват. Для того, чтобы со мной расстаться, пожалуйста, все хорошо. То, что ты ходил до утра в клубе, еще что-то, я тебе слова не говорила. Что ты несешь вообще? Меня можно спросить, что ты вообще несешь? Ты сейчас идешь, ты хотя бы могла сказать. Ты такой циничный, идешь и говоришь, типа, не помните, мне настроение не будем. Сейчас у меня зубы будут белые. Да, да, тихо. Андрюш, здравствуй. А где он? А здравствуй, я не вижу. Здрасте. Ой, Андрюш. Здрасте. Ну, что ты знаешь, я тебе честно сказала, я так шикарно провожу время сейчас в Турции. Мы приехали не в тот отель. И мы лежим. И спим, я сплю, вдруг слышу мат-перемат, это вы что-то ругаетесь, господи, да вот ты знаешь... Да что ругаетесь, слушайте, она мне говорила, что да, там в Турции, но она хотя бы могла сказать, я смотрю, 2 дня, все, в Самаре провели, я посчитал, 2-3 дня, все, я думал, вы там в аэропорту, я уже все, короче, вчера думаю, все, в Москву летят. Она хотя бы не сказала, что в Турцию летит, хотя бы, ну, зачем мне вообще говорить? А я только из истории, блядь, с утра узнаю. А ты спросил, а ты один раз в день звонишь, а ты спросил, блядь, историю он нахуй смотрит, сидит. Все, короче. Все, вместо...